Огород в центре города – атрибут для Золушки и родственные связи. С вами Маргарита Мультюшинская с неформальным, позитивным недельным выпуском новостей. Поехали! До Хэллоуина, или если по-русски тыквенного спаса, 3 месяца, а фото тыкв уже пестрят в интернете. Одна из таких – 935-килограммовая и, наверное, золотоглавая, потому что вырастили в Москве. Видимо, вдогонку царь Пушки и царь Колоколу. В скором времени вторгнется в Ульяновскую область, изрядно потрепав нервы местным сенгилиевским. А что, такая же круглая, только на стероидах. Вполне подойдет для Золушки оверсайз. Вообще рекорд, конечно. За МКАДом таких размеров только чиновники достигают, которые потом сами в Москву ездят себя показать, задержаться на подольше, забраться в кабинет повыше. Дескать, и от бабушки ушли, и от дедушки Ленина. О возвращении ульяновский урбанист засеял центр города семенами овощей и садовой зелени. Так Азат Усманов выражал недовольство по поводу открытого грунта. По словам урбаниста, это все некрасиво, неэстетично и неправильно. Понятное дело, земля голая, эротика для агрономов. Фи-фи-фи. Получайте, негодяи из администрации, помидоры, огурцы и перцы с салатом. Вот он. Размер его должен быть примерно как толщина большого пальца. Однако из всего разнообразия взойти удалось только последнему. То ли дело в том, что урбанист не колхозник, не знает, как к процессу подойти, то ли дворники со штатными озеленителями неуставную зелень извели нещадно. А салат? Салатник! А салат декоративный, отчего урбанист снова не зачет. Но в любом случае шалость удалась, и, возможно, городские благоустроители к молодежному мнению прислушаются и прикроют землю ульяновскую. Главное, чтобы не асфальтом. В Вишкаемском районе настолько скучно, что родственники воруют у родственников. Мы все воры, мошенники, мы все не любим демократию. Как могут развлекаются, так в конце лета, не дожидаясь осени, сразу с прицелом на зиму одна женщина утащила у другой газовый котел. То ли прибор такой никакой, мелкий, то ли женщина, прежде чем войти в избу, остановила коня, непонятно. При этом, как установили в полиции, предприимчивая барышня тиснула еще и холодильник. Все как в пословице. Готовь в сани летом, а сама готовься к 158-й статье Уголовного кодекса. И оказалось, все это было нужно лишь для одного – успеть. Успеть до 1 сентября. Украденная воровка сдала в металлолом, а на вырученные средства купила горькой. И немедленно выпила. В общем, стартап так себе, да и развлечения в районе тоже. На этом все. Будьте принцессами или принцами, и пусть ваши мечты никогда не превращаются в тыкву. На этом все. С вами была Маргарита Мутишинская. До новых встреч. Пока-пока. Так что есть у нас за МКАДом чудеса круче тыкви. Колебяткой прозываются. Тыкви. Тыкви. Так что есть у нас за МКАДом чудеса... Да. Так что есть у нас за МКАДом чудеса покруче тыквы. Колебяткой прозываются. Перезаписать. Так что есть у нас за МКАДом чудеса круче тыквы. Колебяткой прозываются. Все оставим так.